В любой сетевой компании есть выстроенная система карьеры. Для того, чтобы каждый дистрибьютор получал свой заслуженный гонорар, каждый дистрибьютор имеет свой ID-номер. Этот ID-номер прописывается в программе, и консультант, который делает продажи, на его ID-номер регистрируется этот клиент. И, естественно, вся система, она видит всю структуру, и каждого консультанта видит и начисляет гонорар в соответствии с занимаемой карьерной лестницей. Чем выше консультант находится по карьерной лестнице, тем выше у него тариф. Тариф, процент, ставка, оклад. И, естественно, если он делает личную продажу, то это идет по его тарифу, по высокому. А если идет продажа в его структуре, то он получает, соответственно, разницу. Он получает процент от работы своей сети, процент от работы своих дистрибьюторов. В современных компаниях у каждого дистрибьютора есть свой личный кабинет, в который он может войти под своим логином и паролем и отследить, как работает его структура. Вплоть до того, что каждый день, какой он заработал гонорары и какие результаты были по продажам в его сети. В каких-то компаниях начисление по-прежнему один раз в месяц, они видят результаты. В моей компании начисление идет еженедельно. Каждую пятницу в 0 часов гонорар перечисляется на твою карточку. То есть каждую пятницу ты получаешь зарплату и можешь ей пользоваться, сразу тратить. Мы опередили очень многие компании. То есть он всю неделю видит, как у него там работает. В пятницу бух, у него деньги все на карточке. Он идет и снимает.